Gathering of Developers представляет. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. Были тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами Сальери. Был перерыв. Я только что поставил машину и вдруг услышал звук страшного удара. Сэм, ё-моё, в меня попали! Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Стало ясно, что эти ребята хотят поскорее убраться. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башку. Шевелись, давай! Куда едем? Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее. Еще быстрее, чем Сэм. И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Теперь слушай внимательно. Нам нужно стряхнуть и поставить их в голову. Если не сможем, нам конец. Это тоже касается. Так что жми на газ, пацан. Хочешь заработать дырку в голове, а? Жись! Мое такси! Придурок, гони! Хочешь заработать дырку в голове, а? Они все еще у нас на хвосте. Я башку тебе отстрелю. Давай, не по нам конец. Берегись. Убей их, Сэм!
не можешь чуть побыстрее? Пристрелите, Сэм! Шевелись, если хочешь спасти свой сад!
Наконец-то приехали! Подожди здесь, друг! Сэм тебе кое-что передаст от мистера Сальери.